Хелен Ван Винкл, 86 лет, была скромной пенсионеркой американского штата Кентукки. С утра у нее было дурашливое настроение, она отрезала свои джинсы, нацепила веселенькие носочки и футболку с котятами. А правнучка сделала фото и выложила в интернет. И все. На следующее утро Хелен проснулась звездой. И вот она уже не Хелен, а Бадди Винкл, одна из самых известных бабушек в мире. Предложение рекламировать одежду, косметику, мороженое, меха посыпались на нее со всех сторон, а она и не стала отказываться, и началась новая жизнь. Знаменитые бренды платят ей за то, что она просто подержит в своих руках их продукты. Бадди говорит так: «Я живу, как хочу, и ни на кого не оглядываюсь. После 86 лет я могу себе это позволить. Позади операции на бедре, есть проблемы со здоровьем, но вектор радости у Бадди всегда растет. Сейчас ей 94 года». А у нас есть Валентина Ивановна, и ей 90 лет. Наша Валентина Ивановна тоже поражает своим умением любить жизнь. И да, вот эти огромные каблуки, на которых она ходит даже зимой. Она говорит: «А я по-другому не умею ходить». Наша Валентина Ивановна рекламирует прекрасный вкус, утонченность, изящество и элегантность. А еще для многих она является примером того, как надо стареть, не унывая и не теряя вкуса к жизни. И Бадди Винкл, и Валентина Ивановна говорят так: «Нет ничего хуже, чем сидеть на месте. Я думаю, к ним можно прислушаться, а может быть даже нужно. Что скажете?»